сейчас мы с Эльдарчиком почитаем стишок про птичек. Да. И нужно будет показывать движение ручками. Вот это у нас птички. Да. Птички полетели, крыльями махали, на деревья сели, вместе отдыхали. Вау! Попробуешь сделать, сынок? Птички полетели, крыльями махали. Покажи, как птички крыльями махали. Давай мама еще раз покажет, давай. Смотри, вот это птички. Делай так ручками. Птички. Эльдарчик, птички полетели, крыльями махали, на деревья сели, вместе отдыхали. Птички. Покажи, зайка, маме. У тебя что там, машина интересная? Тапки у тебя интересные. Ну-ка покажи. Потом стишок расскажем. Да. Хорошо, потом. Да. У тебя такие тапки классные, они светятся? Да. Покажи, как они светятся. Ну-ка, ну-ка. Ну что, работают? Нет. Не хочет светиться? Да. Давай тебе второй тапочек дам. Проверим второй тапочек. Ну что, светится? Угу. Ну так покажи маме, как светится. Ух ты, бух ты. В них классно бегать вечером, и они будут светиться. Видно будет, да? А пищать они умеют, тапочки твои? Покажи, как они пищат. Покажи, зайка, как пищат твои тапочки. Так. Нет, нет, нет. Не нет. Хочет? Да. Да. Получается. Здесь такая подошва волнистая, с сердечками. У них когда ходишь, то носишки массажируются. Правильно? Да! Ай, там лапа? Да. Осторожно, она нагревается. Ну что, пойдем гулять? На машинках кататься. И в магазин сходим, хорошо? Маши, пока! Скажи пока. Пока! Молодец. Ой, так мы все здесь.